Израиль готов целиком огородить себя заборами. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Бениамин Нетаньяху. В среду он посетил район границы с Иорданией, где еще в прошлом году началось возведение 30-километровой стены. По словам премьера, разработка плана полного огораживания идет полным ходом. Вы спрашиваете, собираемся ли мы полностью оградить Израиль? Да, собираемся. В том окружении, в котором мы живем, мы должны защищаться от хищников. По словам израильского премьера, программа строительства заборов рассчитана на много лет, а расходы на нее составят много миллиардов шекелей. Сейчас уже существуют стены на границах с Сирией, Египтом и Ливаном. Граница с сектором Газа перекрыта полностью, а с западным берегом Иордана – частично. Программа предусматривает значительное усиление и увеличение этих стен.